От шумных соседей не убежишь, даже если очень захочется. Они знают о тебе буквально все. Когда ты уходишь, когда возвращаешься, с кем возвращаешься, ну и многое другое. А слухи, как запахи, разносятся по всем окрестностям. Сегодня я решил совместить приятное с полезным, совершить утреннюю пробежку, а заодно найти героев для своей новой программы «Сосед на обед». Надеюсь, мне повезет. Есть программа, называется «Сосед на обед». Там соседи кулинарно соревнуются друг с другом. Вы же все хозяюшки, там умеете и кашу манную сварить, и оладьи навалять, да? И котлеты накрутить. Да или нет? Нет, нас кормят. Столовая сборная. Ну, девчонки, ну в таком случае я, наверное, просто так вам в гости приду. Вперед, финиш там. Нужны нормальные, упитанные ребята, которые побегать исключительно из любительских соображений выходят на дорожку. Вот. Вот как этот, например, мужик. Может, повезет. Здравствуйте! Здравствуйте! Стойте! Стойте, 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 стойте. Я вокруг вас как акула. Меня зовут Андрей. Меня Влад. Очень приятно. Влад, есть такая программа, называется «Сосед на обед». Смотрите, я предлагаю устроить кулинарный поединок между вашей семьей и семьей ваших соседей. Это кулинарная программа? Это кулинарная программа. С призами, с подарками, призами. Да. Надо подумать, кого. Ну, подумайте. Кому предложить? Ну? Кум мой, конечно, как раз сейчас... С лошадями занимается, а? Побежали к куму, выясним, согласен он или нет. Если что, сразу к вам на Русановку. Ну, попробуем. Давайте, я за вами. Тело прикрою. А вот и мой кум. Здрасте. О, привет, Са. Какими судьбами. Здрасте. Опа, это у вас так здоровается. Да? Это тот, о ком я думаю. Да. Андрей. Саша. Программа есть чудесная. Называется «Сосед на обед». Это кулинарная программа. Добрая. Про еду. А наша тема. Предлагаю поучаствовать в программе. Но если кум согласен, то, наверное, я тоже соглашусь. Мы покушать. Мы можем попробовать. Договорились. Тогда до встречи. До встречи. Вам предстоит сегодня приготовить основное блюдо из десерта и полтора часа на все про все. И что с рыбой? Жарим, шпарим, варим? Рыбу, может быть, запечь в духовке? Но гриль – это скучно. Рыба неплохая, но уже очень банально. На старт, внимание, пошли. Ой! Я никому не позволю нас обогнать. Давайте, у нас осталось 30 минут, давайте делать жульет, иначе мы не успеем. А у нас же еще десерт. А еще десерт, ребята. Мама, 15 секунд. Убираем. Лена, ложку быстро. Ложку быстро. Оно просто не жарится, может поставить его? Не надо жарить, все, жарить не надо. Давай. Вот так, кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Ловите лосося в духовке. Если лосось закричит, он не готов. Герои нашей программы нервничают в ожидании меня, носятся по дому со швабрами и вениками, они даже не подозревают, что я собираюсь прийти к ним не с пустыми руками. Мне нужно купить обязательные ингредиенты, из которых они приготовят свой праздничный обед. Чтобы такое взять, интересно, рыба путасу, туша гренадера, господи, какие агрессивные названия, белобрюхая камбала. Я не буду брать чучело сухого леща или там какие-нибудь плавники и акулы. Постараюсь не сильно удивить наших героев. Может быть, изловить им царскую рыбу осетра, белорыбицу, что-нибудь такое вот для ухи или для заливного. Вот смотрите, какой осетр. Практически говорящий. Рыба золотая, вкусная, без костей, с одними хрящами. Хотя, конечно, брать живую рыбу – это минус 100 карми, поэтому плыви себе осетр дальше как-нибудь в следующий раз. Добрый день. Добрый день. Есть у вас осьминог со вкусом лосося? Нет, у нас осьминог. А лосось со вкусом осьминога? Тоже, тоже нет? Нет. Тогда давайте мне просто лосося, вот этого красного, свежего, нашего, днепровского. 3 кило. Сможете? Нет. Отлично. Вот и хорошо. Почти 3 килограмма. Да? То, что нужно. Спасибо за покупку. Спасибо вам большое за продажу.
Ну, а на сладкое. На десерт я возьму фрукты. Не буду брать банальные апельсины, мандарины. Что тут есть? Сливы, волосатый картофель типа киви и целых три вида груш. Груша-конференция. Не моя преференция. Груша-аббат. О, отлично. И вот эту самую большую. Все. Килограмм груш. Знакомьтесь, семья Максимовых. Владу, главе семьи, 41 год. Он занимается ресторанным бизнесом, и его сложно удивить кулинарными изысками. Его супруге Наталье 38 лет. Она считает, что еда должна быть не только вкусной, но и полезной. В семье трое детей – Кирилл, Павел и Меланья. Они помогают маме на кухне, любят кушать пиццу и десерты. Семья любит путешествовать и коллекционирует тарелки из разных стран мира. Что вы готовите на каждый день? Что вы готовите по случаю прихода гостей? Как бы каждый день это такая еда для детей, как правило. Вот. А по выходным, да, мы стараемся что-то приготовить такое интересное, изысканное. Например, да, я больше по мясу, по рыбе. А дети любят вкусно поесть или... Дети у нас мясоеды все-таки. Последний раз, например, я еще и охотник, и привез хороший такой кусочек косули с охоты. И приготовил его с дырунами. Дыруны готовила Наташа. И белыми грибами. Очень вкусно. Соус был такой, демиглас к нему. Отправьте меня, ну, в хорошем смысле слова, к куму, к соседу. Потому что я его тоже буду сейчас накручивать и заряжать на победу. Да. Отлично. Где он? Пройдем. Все, спасибо. Welcome. Андрей Майкамин. А это семья Труш. Папа Александр, 46 лет. Тоже работает в ресторанном бизнесе. Его жене Оксане 36. Она нотариус. А это Матвей, старший сын. В свои 12 лет он уже отличает итальянскую кухню от испанской. Дочери Ульяне 10. Она любит верховую езду, рисовать и играть на фортепиано. Семья Труш очень любит приглашать гостей и устраивать вечеринки на своей веранде счастья. Скажите мне, вот дети, пусть родители молчат, они будут хвастаться, что вы чаще всего едите? Мама нам иногда пироги, торты. Иногда, раз в год, да, на день рождения? Ну, да, два. У меня двое детей. Просто Ульяна тоже любит похвастаться, как и родители. Ты скажи, что ты готовил вчера. Да, кстати. Суши. Да. Народная украинская еда. Суши. А морепродукт какой? Карась туда ты порезал или что? Судака днепровского. Да. Вы так чувствуете, на сколько процентов вы им сегодня утерете нос? На 105, я бы сказала. На 105? Конечно. Ульяна им просто не простит. Она не любит проигрывать. Ребята, я сейчас ваши 105% превращу в 210, потому что у нас есть фактор умножения. Шеф-повар. Под бдительным руководством шефа я уверен, что вы придете к финишу первыми. То же самое сказал Максимовым. До встречи. Спасибо. Ужас. Дорогие семьи, значит, прямо сейчас я начинаю сеять, ну, не хочу сказать раздор, но такую легкую смуту между вами, потому что состоится жеребьевка, благодаря которой вы определите своими руками, кто из шеф-поваров будет вам сегодня помогать. Для начала хочу познакомить вас со своими помощниками и вашими помощниками. На неспелой стороне стола зеленый Андрей Дромов. На спелой стороне стола Ольга Мостовенко. Ура! Наша красавица. Поскольку, мне кажется, Мелания самая юная здесь у нас. Милашечка, смотри, что нужно сделать. Ты должна сейчас очень хорошо подумать, к какому из этих двух колпаков кухонных ты подойдешь? Какого цвета салфетка будет под тем колпаком, который ты поднимешь, тот повар и отправится к тебе в семью. К тебе, милашечка, в семью. Ну что, задача ясна? Милаша, что, ни в какую? Ни в какую. Ладно, Оля, тогда ты давай. Под одним колпаком зеленая змея, под другим красный паук. Оба ядовитые. Ты кому выбираешь, нам или соседям? Я нам. А кто тебе больше нравится, зелененькая или красненькая? Давай бери, Ульяна. Бери. Я не знаю, как. Бери, Ульяна. Ульяна. Это ли это? Ну, решайся, я не знаю, все равно. Есть. Зеленая салфетка. Андрей Дронова поклоняется. Саша и Оксана, соответственно, Олечка отправляется к Владу и Наташе. Поздравляю! Еще немного новостей от меня для вас, дорогие мои герои, участники. Продукты! Посмотрите, пожалуйста, абсолютно одинаковый продуктовый набор здесь есть. Рыба типа лосось представлена и фрукты типа груши.
совсем не боксерские, как у вас во дворе. Вам предстоит сегодня приготовить основное блюдо из десерт, да так, чтобы обязательно в этом либо основном блюде, либо в десерте присутствовали лосось и груши. Но есть еще одна приятная новость. Дело в том, что вот эти таймеры будут заряжены 90 минут и полтора часа на все про все у вас, на приготовление обеда и красивое декоративное украшение подачи. Вам нужно заработать слаженно, настоящей семейной командой, потому что именно та команда, которая окажется победителем, получит призы, подарки от нашего партнера интернет-магазина «Розетка». Те товары, которые вы выберете себе сами, на сумму 5000 гривен. Поборемся, поборемся. Я в доле. Теперь не теряем времени. Идем на кухню, начинаем разогреваться перед стартом. А вас, молодой человек Матвей, и вас, молодой человек Павел, я прошу остаться. У меня есть для вас особое задание. Так, если мы хотим победить, нам нужно поспешить. Мы хотим победить. Да. Так, давай, это давай. Вам. Давай, я помогу. Спасибо. Это вам. Ага. Это тебе. Давай, я помогу тебе. Побыстрее, давай, быстрее, быстрее. Чик. Тихо, Саша. Я тебе. У нас есть лосось и у нас есть груша. И давайте посмотрим, что у нас есть в холодильнике, для того, чтобы определить, что мы можем приготовить. Так, клубничка. Клубнику. Все будет очень здорово, но обязательно смотрите на ягоды. Потому что одна начинает портиться, и испортятся все. Так, шоколад, ананас. Еще не подходит ананас. Обязательно лучше хранить его не в пленке, потому как в пленке он будет очень быстро плесневеть. Имбирь передаем папе, тебе лайм. Чего-то хотелось бы очень много овощей, хочется витаминов. Пожалуйста, это вам перец. Боже мой, какая прекрасная зелень. Микрогрин. А, морковь, чеснок. Пока, я думаю, достаточно. Сметанка, Филадельфия. Если вы покупаете авокадо, и он твердый, хотите, чтобы он быстро стал мягким, добавляйте его просто в темном месте, в теплом. Он быстро дойдет и будет мягкий. У нас очень неплохо получается. Вот, ребята, вот смотрите, вот я становлюсь на точку. Я нашел ее, долго ее искал, которая равно удалена от ваших домов. Сейчас я ударю в гонг импровизированный, и вы понесетесь изо всех сил к своим семьям. Вам ясна задача? Да. Вы готовы к кулинарной битве? Да. В таком случае, вперед! Вперед, друзья мои! Что с рыбой? Жарим, шпарим, варим? Рыбу, может быть, ну, запечь в духовке? В каком-то соусе, может быть? Я думаю, что тоже мы ее запечем. Mm-hmm. Или, в крайнем случае, поджарим на сковородке слегка. И овощи будут как гарнир. Соус, конечно, я надеюсь на вас. А по поводу десерта? Сделать какой-то там из груш. Из груши? А что может, вы... с каким-то соусом. Ну, и с каким-то, типа, ликером, может, не знаю. О-о-о, уже можно с ликером? С ликером неплохо. О, Паша. О. О, ну что ты? Начинаем? Время уже пошло. Все, пошло. Все, время. Теперь шутки в сторону. Фартук. Давай. Нужен бегом, фартук. Бегом. Ну что мы будем готовить? Ну гриль это скучно, да? На сковородке я имею в виду. Наверное, я бы его все-таки тушила. Не тушила, а запекала, да. Мы настроены на победу. И будем, соответственно, готовить лосося, маринованного в имбире и кокосовом молоке. К нему мы подадим жульен. Жульен это нарезанные тонкой соломкой овощи. Они очень быстро приготавливаются именно в этой форме нарезки. Супер. Вот. К лососю мы подадим соус из печеных овощей для того, чтобы добавить еще одну тоненькую такую нотку весны. Давайте мы его сделаем порционные кусочки и сделаем вовнутрь соус. Белый. С которым мы запечем, да, в духовке. Да. Это будет интересно, да. Я думаю, с этим блюдом мы победим. Сделаем базиликовый соус, а из остатков рыбы мы сделаем тартар. Мам, а что мы будем и с грушами я делать? Я предлагаю слегка приварить грушу в красном вине со специями, и мы сделаем десерт Елена Прекрасная. Да. У нас да, есть шоколад, да. Есть сливки. Мы сделаем шоколадный соус. Да, это класс. Будет вкусно. А грушу мы бланшируем, наверное, в соке и подадим соусом сабайон. Можно приступать. Вам достанется груша. Вам ее мыть, вам ее чистить. Значит, тебе готовить сельдерей, цукини, лук-порей, овощи. Вот сейчас у нас будут груши, и поскольку наши соседи будут кушать наши блюда, давайте все-таки добавим при тушении груш вино, немножко алкоголя, они расслабятся, и мы 100% победим. Ульяна будет чистить груши. Может, мы это уберем пока, чтобы она нам не мешала? Да, давайте мы. Да? Мамочка, тебе очень важная задача почистить лук. Можешь? Лук? Да. Дотя, ты хозяйка, ты звезда. Просто скажи, как, да? Да, так, как тебе удобно. А для того, чтобы ты не плакал, я помажу тебя лимоном за ушами
и у тебя не будет щипать глазами. Ну, по крайней мере, индусам помогало. Сейчас посмотрим, что будет с тобой. Итак, Александр, начнем с рыбы. Это будет ваша задача. Рыба не должна быть липкая, не должна быть скользкая. И должен быть хороший, приятный запах рыбы. Попробуйте. Угу. Да, приятный, супер. Хороший. Для начала нам нужно удалить чешую, косточки и потом все остальное. Вот, вот это и вот это. Эти кости нужно убирать. Вот кости. Да. Они убираются очень легко. Мы берем эти косточки пинцетиком. Да, да, я примерно понимаю. И вырываем. Да, так не, продолжается. Так и начнем. Папа, я в тебя верю, ты справишься. Мы с тобой порвем все. Ну, это ж папа. На кусочки. Можно было, кстати, и лазанью сделать с лососем. Мы бы не справились просто по времени. Рыба неплохая, но она уже очень банальная. Да, Владик очень у нас не любит все банальное. Уже очень распространенная. Вот, например, если у нас гости, и я нечего кушать, я оставлю на стол голубцы или котлеты. Потом я за это буду отвечать. Я никому не позволю нас обогнать. А есть особенно у вас Паша, да? Корица, бадьян, специи какие? Я готова сделать все, что... Гвоздика. Есть и корица. Доставайте все сюда. Есть у вас чеснок? Ну, конечно. Давайте на лучок. Я готова. Ходи лучок сюда. Грушка у нас почищена. Итак, сейчас мы будем заниматься грушей. Вот этих половинок нам достаточно. Но что мне не нравится? Вот эти вот косточки, вот эта сердцевина. Если вы хотите победить, вот этого точно не должно быть. Нам нужны целые плоды. После того, как мы бланшируем, немножечко охладиться, для того, чтобы весь этот вкус и аромат впитался в грушу, грушу достанем, обсушим. Затем сделаем карамель. Зальем карамель. Ну что, давай погружать грушу. А мы их не будем разрезать? Нет, мы будем разрезать их потом. Принцип в чем? Потому что когда она начнет вариваться, сверху она будет красная, а когда мы ее разрежем, внутри она будет белая. Ну а теперь начинается самое интересное. Мне нужно найти пятерых людей, которые будут готовы оценить не столько самих своих соседей, сколько в первую очередь их кулинарные подвиги. Становится светлей, пройдусь по абрикосовой. А, здравствуйте, а мы вот тут к вам от соседей, телеканал Интер, программа «Сосед на обед». И? Кто? Андрей, меня зовут Даманский, фамилия. Так удачно зашли. Я пришел к вам с поднятыми руками. Соседи! Сейчас как с крыши ливанут чем-нибудь, смолой горячей. Так. Здравствуйте! Здравствуйте. Оксалиновая мазь. А что, заболел кто? Нет, просто у нас маленький. Это чтобы не заболел. А, правильно, чтобы была профилактика. Мы телеканал Интер, меня зовут Андрей. Мы от ваших соседей. Они у нас снимаются в программе. Программа называется «Сосед на обед». Соседи приготовили, а другие соседи, поэтому я к вам и стучусь, приходят и дегустируют, и потом решают, кто вкуснее приготовил. 40 человек на дегустации, вас не смущает? У вас 40 человек в одном доме? Так вы цыгане? День рождения. А, детский день рождения? Да. А у нас 5 порций всего. Так что, может быть, сегодня неправильные соседи для дегустации? Ну, тогда наши поздравления. Спасибо большое. Извините, мы той же дорогой уходим. Ну что, обломался? Позже заходи. Завтра. Есть кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Не пугайтесь. Не пугайтесь. Можно я займу? Да, заходите. Да, можно вот прям так вот и заходить? Да, меня зовут Андрей. Заходите. Нет, извините. Да, а то сейчас ворвется муж, начнется. Кто? Меня зовут Андрей. Вероника. Можно? Вероника. Очень приятно. Вероника, нам нужно собрать опять-таки соседей жюри. И я надеюсь, что вы нам не откажете. Сегодня вечером придете и продегустируете то, что соседи ваши сегодня изготовят. Ну и скажете свое мнение, субъективное озвучите. Я не против. Я буду даже не одна. Приду с мужем. Просто сейчас его нет. Шикарно, шикарно. Итак, Вероника с мужем. Две персоны. И еще 3 соседа в окрестностях не знают, как я их осчастливлю сегодня вечером.
смотрите, сельдерей, он имеет ниточки. Вот эти вот ниточки, их нужно повытаскивать. Вот они жесткие, и в процессе потом они так и остаются жесткими, поэтому их нужно убирать. Видишь, какие длинные? Подчистишь, и нарезка точно такая же. Нарезка везде должна быть одинаковая. А ты тем временем выливай кокосовое молоко. В такой банке. Так, если вы открываете банку и кокосовое молоко немножко густовато, такое как желе, не надо этого бояться, просто выкладываем, немножко подогреваем, и оно сразу становится жидкой консистенции. Отлично. Мы можем кокосовое молоко чем-то заменить? Сливками обычно? Нет, дело в том, что сливки дадут еще большую жирность. А кокос мы используем, поскольку у нас тайское направление, а в нем они очень много используют. Кокосовое молоко, кориандр, кунжут, кинза, имбирь. И вот сейчас мы это все дело сюда и добавим. Так, у нас есть 5 кусочков. Теперь самое главное... Уже аппетитно выглядит. Сделать в них прорези, которые мы наполним соус. А это будет наш фундамент, который не будет давать разваливаться. Итак, у нас уже есть первый вариант. Мы его сделаем. Я покажу, а вы продолжите. Я понял. Хорошо? А мы займемся сами соусом. Давайте я помогу вам. Итак, да, соус. Мы выкладываем его на фольгу, как у нас чеснок. Вот последний уже. Сколько у нас там времени? Ой, время 75. Надо поспешить. Уже прошло. Осталось чуть больше часа. Наши соседи, наверное, там уже по полной программе все готовят. Давайте, надо попробовать маринад. Вот мы сейчас помешаем. Я думаю, что мало. Соли мало, давай еще. Еще, еще, сильно, еще. Сильно, еще. Сильно. Не боись. Да, вообще, так, сколько бы мы соли не бросили, это правда, что лосось не возьмет то, что ему не нужно, соль. Вы знаете, да. Да? Поскольку у лосося имеются вот эти вот жировые прослойки, а их гораздо сложнее просолить, поэтому они как бы защищают рыбу от пересола. Так, можно выкладывать? Можно выкладывать, да. Но рыба не должна быть пресной, именно поэтому мы и соль туда добавляли в маринад. Угу. И в этом маринаде, я думаю, мы будем и готовить. Немного подточим ваши ножи. Может, мне тоже? На старт! Внимание! Пошли! Ой! Пока Саша, пока я уже начинаю краснеть. Так, отлично. Сейчас а что делать дальше? Итак, лучок у нас есть. Нам еще нужно нарезать чеснок. Точно так же. Берем нож. Да. Раздавливаем его. Класс. И он очень легко режется. Сейчас пошло аромат оливкового масла. Оливковое масло так, есть. В первую очередь мы добавляем чеснок. Угу. Так. Должна быть хорошо разогрета. Да. Вот, чеснок начинает много подгорать. Да. Это нормально. Это ничего страшного. Теперь белое вино. Ага. Добавляем белое вино. Сейчас оно начнет выпариваться. Выпарится лишний алкоголь, а вкус и аромат останется. Сегодня консоме готовим с гренками. Нет, устрицы будут. Спасибо. Я так и думал. Конечно, кому тут нужны устрицы? Здравствуйте. Андрей. Сергей. Сергей, вы заблудились? Нет. И вы же отсюда сами? Нет. А, вы не отсюда сами? Нет. То есть вы не местные? Мы вообще не местные. Можно? Ребята, а если что, выезд там. А там не выезд? Там река. Господи. Я свой, свой, свой. Люди! Ау! У вас узлая собака, осторожно, здравствуйте. Да, это новая порода, уличный пекинес. Садовый волкодав. Да. Здравствуйте. Приветствую вас. А мы собираем опять-таки соседей жюри. Нам нужно ваше объективное мнение, чтобы вы оценили, кто из соседей справился лучше с блюдами приготовленными. Там основное будет и десерт. Выгода для вас, не нужно готовить сегодня вечером. Отлично. Муж будет накормлен, поэтому умоляю вас согласиться. Ну что, у нас другого выхода нет, вы согласны? Здравствуйте, здравствуйте, я Андрей. Яна, очень приятно. Я же вам говорил, ребята, да? Яночка, у нас сосед на обед, программа «Соседи участвуют в кулинарном поединке», а потом мы просим других соседей поучаствовать в жюри и оценить их стряпню. С удовольствием. Да? Сможете зайти? Тут 20 метров буквально, за углом, знаете. 5 минут пусть прокипит груша, и после этого мы ее будем убирать. Кто это? Неспроста.
Так, рассказывайте, что вы готовите? Мы готовим основное блюдо и десерт. Так, грушевый компот. Не признавайтесь, не признавайтесь. Это засланный казачок. Тем более шпион. Какой-то унылый вегетарианский стол. Морковь у вас тут. Это сюда, я так понимаю. Тихо. Ну, попрошу так. Вот попробуй грушу. Такая вкусная груша. Просто прелесть. Вкусная груша, да? Дайте еще кусочек. Еще кусочек, пожалуйста. Отлично. Не-не-не-не-не. Каждый потом попробуй. Давай еще кусочек. Отлично. Так, вкусная груша. Очень вкусная груша. Ты понимаешь, что у меня рот занимает грушей? Пришло время отложить в сторону заварной крем, топить карамель и сделать мне заказ, как доброму Дедушке Морозу. Ребята, давайте я напомню вам про существование нашего партнера «Розетка». Я с планшетом пришел заказы принимать у вас. Я думал, это «Розетка» электрическая. Ребята, это интернет-магазин «Розетка». Призы и подарки-то от него. Я заказы готов принять. Если вдруг вы выиграете 1% из 100 с вашей странной стрипой. Хозяйка, что тебе нужно от «Розетки»? Мне, пожалуйста, сковородочки. Так. Такие специальные какие-то я хочу. Это обычно у меня есть. Одну можно для гриля, одну сковородочку побольше для гостей. Одну для Влада. Да. Для того, чтобы угощать наших друзей. Соседей. Да. Правильно. Потому что больше угощать их нечем, судя по вашей стряпне. Так, сковорода для гриля. Ноутбуки, планшеты, телефоны MP3, аудио-видео, телетроллевали. О, бытовая техника для интерьера. О, сковорода для гриля. Заказал. Потому что преимущество заказа в интернет-магазинах – это не только огромный выбор товаров для дома, но и возможность не тратить время на поход по магазинам и чаще посидеть с друзьями. Давайте, у нас осталось 30 минут, давайте делать жульен, иначе мы не успеем. Тартаром мы точно их победим. Ребята, быстрее, времени осталось немного. Оно просто не жарится, может поставить кусочек. Не надо жарить, все, жарить. Мама, 15 секунд. Убираем. Лена, ложку быстро. Ложку быстро. Берем ложку и сейчас будем выкладывать соус. От героев наших уже ничего не зависит, потому что их время вышло. Подводить итог будут самые серьезные, самые строгие судьи на планете. Это их соседи. А еще у нас для вас есть сюрприз. Да, какой? Это специально для вас. Класс, правда? Да. Спасибо. Тогда я у тебя возьму пару уроков рисования, а я тебя научу готовить. Договорились? Пока. Нам нужно будет поставить на паровую баню, то, чтобы он срастаял шоколад. Как я понимаю, надо шоколад взять? Да, и сюда поломать его на кубики. Голубенная плитка нет. Так, где мальчики, девочки? Вы съедите весь шоколад. Смысл сабайона в том, что это пышный, воздушный соус. Мы взбиваем желтки, завариваем их с нашей жидкостью. Мы брали вино и брали сок. Ура! Один хотя бы. Давайте, у нас осталось 30 минут, давайте делать жульен, иначе мы не успеем. Все считают, что жульен это вот курица с грибами, да? Но на самом деле жульен это форма нарезки. Французы нарезали именно так свои овощи, поскольку именно в этой форме нарезки они быстрее готовятся и сохраняют все свои витамины. Вымешивайте пока немножко. Да, вот это и будет. Мы сделаем тартар. Да, тартаром мы точно их победим. У нас, смотрите, один продукт, а два блюда. Да. Супер. Это будет наша хитрость. Ульяна, только не съешь лосося. Чеснок! Я чую чеснок! Это не те злые духи, которых мы выгоняем. Вы знаете, открывается дверь в дом, и такой у нас... Хорошо, рассказывайте, что тут у вас. Итак, есть? Ничего мы тебе не расскажем, лазутчик. Это наши секреты. Ну как, каперс. А что, у вас всегда есть каперс? Хоть кто-то знает, что такое каперс. Да. Раз вы такие хорошие, такие замечательные кулинары, хочу вам сообщить, что я был только что у ваших соседей, у ваших друзей-соседей. Я принял у них заказ от нашего партнера, да, интернет-магазин «Розетка». И теперь пришел с этой целью к вам. Может, детскую стиральную машину?
А может быть, новые бокалы, которые новые Матвей бокалы? Постоянно разбивает? Новые детские бокалы. Детские бокалы, которые да. Матвей постоянно разбивает. Не, ну можно это вместе со взрослыми, да? Я вас услышал. Сейчас сделаем заказ. Когда вы точно знаете, что вам нужно, сделать заказ проще простого. В интернет-магазине огромный выбор посуды. И главное, сделав заказ, можно никуда не ходить, потому что вашу покупку доставят прямо домой. Ребята, быстрее, быстрее! Времени осталось немного. Быстро, давайте. Разбираем, разбираем, разбираем. Все это приготовили, все. Я делаю чуть-чуть карамели. Смотрите, я практически не мешаю сахару. Он должен сам равномерно расплавиться. Ага. Только после этого мы добавим немножко сливочного масла. Сколько масла? Вот так, да, вот так. Оп, с этой стороны вот так. Сюда, отлично. Смотри, берешь вот так. Ой, снимите, мама. У меня нет веера. Как хорошо, когда мужчина готовит. Да. Мужчина, который умеет готовить, коварен, внезапен и обладает большой силой. Боже, как я устала. Вот так, видишь, равномерным слоем. А это тартар? Обалденно. Да. Какая-то геометрическая фигура, дети. Ой, это какой-то странный хвост. Тарталепипед, наверное, повезло. Красиво. Давайте, пробуйте. Обалдеть. Играйтесь. А я пока проверю, что у нас шоколад. Ага, шоколад. Да. Все, он растаял, его можно выключать вообще. Да. Мы его подогреем уже в конце. Сложно. Будем запекать лосось. Да, я. Уже как раз время. Открываем. Открываем, открываем, открываем. Так, а подождите, куда? Может быть, его чуть-чуть, да? Прямо. Нормально, Андрей, да. Можешь помочь, пожалуйста? Ну, конечно, могу. Я же специально для этого есть. Оксана, ваша главная задача – смотреть за лососем. А сколько времени? Признак готовности этого блюда – у нас начнет покрываться корочкой сыр. Ага. И он, в принципе, готов. Его главное не пересушить. Как раз у нас 18 минут. О, мы вполне супер. Успеваем. Оно просто не жарится. Может поставить? Не надо жарить. Все, жарить не надо. Давай. Вот так. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Смотрите, овощи готовы. Соус готов. Рыба практически готова. Давайте дольки лайма. На ваше усмотрение. Да, именно дольки. Для украшения лайм? Это к рыбе. К рыбе, чтобы выдавить? Да. Мажу прям на столе немножечко сливочным маслом для того, чтобы выложить орехи. Выложили и вот таким образом разделяю орехи для того, чтобы они были друг от друга, в карамели. Да, наш стол должен быть полностью готов для подачи. Убираем все лишнее. Ой-ой-ой-ой-ой. Служба защиты детей от несъедобных продуктов. Да. Ну что, ну теперь это на что-то похоже. Коричневые катышки какие-то. Грецкие они в карамели. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тебе сейчас откушу и... Я буду доставать рыбу. Обратите внимание, мы рыбу достаем. У нас практически все готово. Меньше 8 минут до конца? Отлично. Дай ему что, все успевать? Ну, конечно. Не может быть. У нас немножечко вот рыбка, смотрите. Оля, не надо соскребать карамель со стола. Тряпки же придумали. Мы же в 21 веке живем. Что, правда? Но пора бы уже привыкнуть. Кремя, что это за желтая жижа? Соус из перца. С печеного болгарского перца, с морковкой и кунжутным маслом. Ну, ребята, что я могу вам сказать? У вас до конца остается 5 минут. И 5 минут – это, казалось бы, вечность. С одной стороны, у вас уже все готово. Но, с другой стороны, вы же будете кормить своих соседей. Вы же не будете им напротив не подавать лосось, эти бесформенные куски. Ну, все, да, вот вам нужно красиво это все накрыть и подать. А времени у вас много. Торопитесь. Так, торопитесь. Я вам больше не мешаю. А вы пока займитесь декором. Да, кстати. Мама, там на каждую положите сверху по одному каперсу. О, ну это уже Ульяна сможет. Да. Запах пошел какой. Вот это я удачно зашел. Какой необычный цвет. Мама такая гостей встречает. Здравствуйте, гости дорогие. Ну что тут у вас? Мы не дождали. Что это такое? Это гарнир. Лепехи. Держи. Это тебе. Это точно? Барабанную дробь изобрази, Мотя. Смертельный номер. В конце концов, это витамины. Ты что-то знаешь, Андрей Дромов. Вкусно, правда? Как там наши конкуренты? Конкуренты спешат. Время у них заканчивается. Они волнуются и уже начинают декорировать тарелки. А у вас, я смотрю, еще
Не валялся твой конь, Ульяна, не валялся. Декорируйте, давайте быстрее. А вот в данный момент Влад занимается сервировкой груши в карамели. Обратите внимание, она у нас была бланширована, теперь карамелью залили, красиво выложили на каждый кусочек груши грецкий орех в карамели, и это уже ваше введение, да? Достаем соус. А теперь нам нужны листики кинзы. Одна минута, 9 секунд. Ой-ой-ой. Доставайте лосося. Доставайте, ловите лосося. В духовке. Если лосось закричит, он не готов. А ты специально чешую оставляешь? Я специально не снимал кожу, потому как она остается здесь. Прилипает, да? Смотри, как разумно. Хитро. Да. Хитро. Так, что у нас делать? Папа следит за временем, это здорово. Что делать? Берем ложку и сейчас будем выкладывать соус. Выкладывать соус. Так, время 40 секунд. Дай ложку. Оп. И теперь делаем вот так. Ить. А, да. И точно так же, но только в эту сторону. Ложкой ляп. Ляп. Отлично. И в ту, да. Или в эту? Ну, в эту. Инь-янь. Оп. У вас это 20 секунд до конца. Готов. А у нас же еще десерт. А еще десерт, ребята. Мама, 15 так. секунд. Убираем. Да, так. Моя девочка. Лена, ложку быстро. Ложку быстро. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сусидка убит! Ура! Итак, зеленая команда попытается поразить жюри сразу тремя блюдами. Запеченным лососем со сливочным сыром и базиликом, тартаром из лосося на брускетах и прекрасным десертом с соответствующим названием «Елена Прекрасная». Команда красных в качестве основного блюда предлагает лосось, запеченный в кокосовом молоке и имбирном соке с овощным жульеном. А на десерт – грушу в карамели, приправленную итальянским соусом «Сабайон». Но чьи блюда больше придутся по вкусу нашему строгому жюри? Наступает самый волнительный, тревожный, кульминационный момент нашей программы «Дегустация блюд». От героев наших уже ничего не зависит, потому что их время вышло. Подводить итог будут самые серьезные, самые строгие судьи на планете – это их соседи. Я предлагаю вам познакомиться с нашими шефами. Команду зеленых представляет Андрей Дромов. За скорость приготовления еды известный как Андрей Аэродромов. Команду красных представляет красавица. На все руки мастерица Ольга Мостовенко. Мальчики, хлопаем, хлопаем, хлопаем. Оля, Андрей, давайте познакомим вас с жюри. С того же слева направо Наталья. Владимир Владимирович, не Маяковский. Это Яночка, это Леонид и Вероника. Я прошу вас быть предельно объективными и действительно оценивать по достоинству все, что вы продегустируете. Именно от вас зависит, кто сегодня победит в нашем кулинарном поединке. Итак, для начала Андрей Дромов познакомит вас с основным блюдом команды зеленых. Андрюша, прошу. Итак, добрый вечер. Это лосось с запеченным сыром и на закусочку тартар из авокадо и также из лосося. Будем объективными. Если это вкусно, значит мы скажем вкусно. Отлично, я не переживаю. Всем вам, господа, приятного аппетита. По правилам начнем с холодной закуски. Ой, Вовочка, ну что ты сделал? Смотри, как Леонид увлекся бутербродом. Не страшно, что я назвал это бутербродом? Ничего страшного. А как ты это назвал? Назвал это тартар на брускете. Ленечка, молодец! Леня знает, с тартара да надо начинать, с тартара. Ты пробовала? Да, я сделала. Тут начинка. Уважаемые жюри, если вы продегустировали блюдо и у вас созрело мнение аргументированное, вы можете им с нами поделиться. Вероника, рассказывайте. А ну-ка. Соус очень вкусный. Молодец, потому что там базилик и тимьян. Брускетта тоже очень вкусная. То, что мне понравилось, например, лосось сочный, соус тоже вкусный. Брускетта тоже хорошо. Все вкусно. Лосось, горячее блюдо, вот мог бы быть чуть-чуть меньше доведен. Все-таки он чуть-чуть, мне кажется, сока в нем не достает. Хорошо. И, наконец, знаток лососятины Владимир Владимирович. В принципе, все очень органично, очень красиво, но
как говорили в фильме «Любовь и голуби», соли мне не хватает. Соли. А вот... недолюбили. Ну вот такое мое мнение. Ну что ж, спасибо. А теперь первая перемена блюд. Оленька Мостовенко представляет шедевр кулинарный от команды «Красных». Добрый вечер, дорогие гости. Вашему вниманию сейчас предоставляется блюдо. Лосось, запеченный в маринаде из кокосового молока и имбиря. С овощным жульеном, приправленным кунжутным маслом для придания нотки ореховой. Ну, это на любителя, конечно, я бы сказала. И вот он, да? Соус. На основе болгарского перца, запеченного, с добавлением моркови, припущенной в оливковом масле, надеюсь, подарит вам незабываемое удовольствие. Приятного аппетита! Ну, я смотрю, что-то молчат все. Владимир, рассказывайте. Блюдо делает соус. Вы могли бы даже просто кусок лосося подать, просто обжарив его, и даже сырым бросить. Но вот этот соус, который идет, это, ну, действительно очень вкусно. Соус я делала. Молодец. Так, хорошо. Что скажет Леонид? Качество приготовления лосося, он более мягкий, более сочный, чем в прошлый раз. На любителя. Есть те, которые любят все-таки больше классику. Вероника, что вы скажете? Мне просто то блюдо понравилось гораздо больше. Но это просто, ну, не мое все. Не гурман, Вероника, не гурман. Наташенька, что вы скажете? Сам лосось понравился больше в первом блюде. Он был сочнее, мягче. Этот более суховат. Яночка, что вы скажете? Мне все очень понравилось. Соус нежный, действительно. Я довольна, спасибо. Ну что ж, в таком случае предлагаю сейчас перейти к десертам, к сладенькому. Никто не против? Согласна. Отлично. Андрей Дромов первым подходит к снаряду, к столу подходит Андрей Дромов. Итак, мы продолжаем вас радовать. Мы представляем вашему вниманию десерт «Елена Прекрасная». Это груша, выпаренная в вине с корицей и специями по специальному рецепту одних из ваших соседей. Мы рассыпали шоколад со сливками и орешками, темный шоколад, который своей горчинкой придаст пикантность этому десерту. Приятного аппетита! Спасибо. Спасибо. Мне очень понравилось. Очень вкусно. Груша необыкновенно вкусная. Соус тоже очень вкусный. Чуть-чуть мало вы мне положили, но ничего. Вероника, наш человек. Засланный казачок. Я очень люблю черный шоколад, поэтому сочетание для меня идеальное. Очень вкусно все. Какой шоколад с грушей? Хорошо, так, Яночка, что вы скажете? Что-то как-то вы с грушей не подружились? Ну, да, честно говоря, не мое блюдо, но и все равно очень вкусно. Видишь, Яна, блин, на вашей будущей стороне. Владимир Владимирович. Для меня это сочетаемое несочетаемого. О! Видишь? Наташа, что вы скажете? Груша мне понравилась. Как бы соус, ну, не мое просто. Вот, но, в принципе, десерт вкусный. Но ничего. Итак, дорогие гости, это десерт номер 2 от команды «Красных». Оля Мостовенко представляет его. Уважаемые гости, вашему вниманию приготовлена груша в карамели с соусом сабайон. Это не груша, это буряк, вываренный в грушевом соке. Вы знаете, соус сабайон готовился в течение, наверное, 30 минут. И только очень сильные мужские руки способны взбить его до такого состояния. Там мы его мешали 40 минут. Можно я первый? Нужно. Попробовав это блюдо, мне хочется сказать, ты поваром можешь не быть, но если ты сделал такой соус, ты чемпион. Вовчик. А можно я сразу добавлю к словам своего мужа? Да. Этот десерт шикарный. Мне кажется, вообще самое лучшее блюдо этого дня – это этот десерт. Спасибо большое. Оля счастлива. Даже если мы проиграем, Оля счастлива. Конечно. Я полностью поддерживаю, действительно, шикарное блюдо. Очень вкусное. И грушу можно отдельно есть и с соусом, и без. Очень вкусно. Спасибо. Мне очень понравилось. Единственное, что, как по мне, все-таки чуть-чуть
приторно. Меньше сахара. Много меньше сахара. Да. Сладко. Сладко, сладко очень ему, да. Ну, потому что карамель там. Пришло время подвести результаты нашей праздничной дегустации. А, сладко. Ульяночка. Ульяна. Я прошу вас быть максимально объективными. Перед вами лежат карточки. Я прошу вас в карточке, не списывая друг у друга, основываясь только на индивидуальных предпочтениях, назвать цвет команды, блюда которой в совокупности вам понравились больше всего. Все, закрыли карточки. Да. Так, все оценили? Да. Все оформили мнение свое? Отлично. Ну а теперь давайте аплодисментами поприветствуем тех, кто приготовил для нас эти фантастические блюда. Соседушки наши дорогие. Так, ну что, давайте посчитаем баллы. Наташа, покажите, пожалуйста, свою карточку. Красная команда. Один балл у красной команды. Ребята, меня соусы сразили просто. 2-0 вырывается вперед красная команда. И Яночка. Ой, простите, родные. В любом случае победила красная команда. Показывайте свои. Зеленый. 3-1 зеленый. За счетом 3-2. За счетом 3-2. Победу одерживает красная команда. Поздравьте, поздравьте своих визави. Поцелуйтесь все со всеми. Но и это еще не все. Теперь о главном, самом вкусном. Призы-то и подарки от «Розетки» уже здесь, из интернет-магазина «Розетка» для вас. Внесите их, пожалуйста. Ура! Знаете, тут все радуются, а вы горько плачете. Ладно, не плачьте, у меня есть для вас утешительный приз. От интернет-магазина «Розетка» сертификат на 1000 гривен. Это вашим детям. Сегодня мы узнали, кто готовит вкуснее всего на киевских русановских садах. Но у вас тоже есть возможность оказаться на месте наших героев, научиться готовить что-то новое и удивить своих соседей. До встречи через неделю. С вами был Андрей Даманский. Это программа «Сосед на обед».